Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 27 лет, живу с парнем. Он на год меня старше, мы уже год вместе. Меня смущает, как он относится ко мне. В последнее время он позволяет повышать на меня тон, позволяет себе. Недавно, ложась спать, толкнул моего кота с кровати ногой, но моя особенность характера говорит, что я выпендриваюсь или веду себя неадекватно. Любой моей просьбы он считает лживой, и вот это я это прошу ради выгоды или специально его ущемляю. Например, даже с этим котом я сказал, чтобы он не пинал его, а мог подвинуть, если он его не любит, не делать это демонстративно. На что мне сказал, что я его вышиваю с кровати, типа готов все можно, а ему ничего нельзя. Складывается впечатление, что отношения нездоровые, и характер у него абьюзивный. Строить семью с ним будет ошибкой. Ну, в общем и целом, здесь получается ваш вопрос? То есть какой ваш вопрос в этом случае? Потому что, ну, вы говорите то, что вам видится, вы говорите то, что вам как бы, ну, кажется, и на мой взгляд, вы имеете полное право на то, чтобы так думать, на то, чтобы так считать, на то, чтобы так полагать, это ваша позиция, в принципе, вот. И я просто здесь не очень понимаю того, что вы хотите спросить, скорее, да? То есть, если вы спрашиваете нас, то мы вам со стороны, наверное, не подскажем, вот. Потому что, ну, ситуации могут быть разными, и, ну, как бы у человека в жизни могут быть разные ситуации, и человек может как-то в целом сталкиваться с определенными проблемами, да, в жизни, и может быть так, что у мужчины просто не лучшие времена, может быть просто, что он переживает какие-то трудные этапы своей жизни, просто не говорит и так далее, да? Ну вот, может быть, что-то не складывается конкретно в отношениях с вами. Вот, такое тоже может быть. То есть, я бы, конечно, не спешил бы называть характер человека абьюзивным, да, потому что, ну, разные бывают ситуации, разные бывают моменты, вот, я бы не торопился. Но это ваше право, и я бы сказал, что, ну, вот, такое впечатление складывается, что вы как-то вот себе не верите, да, вот, сомневаетесь или не хотите терять для себя какую-то возможность, например, построить семью, как вы говорите, вот, и соответственно, хотите убедиться, вот. На мой взгляд, проблематика здесь в целом заключается в том, как вы видите мужчину, как вы видите вот своего партнера, да, в целом, то есть, ну, видите ли вы его, например, как личность, вот, видите ли вы его, например, как
ну, на самом деле своего партнера, вот, или вы видите его только как, вот, ну, знаете, потенциального мужа, например, да, то есть, рассматриваете его исключительно как-то вот с этой позиции, с позиции того, что вот с ним как-то строить семью, да, вот, то есть ваша нацеленность на семью, да, она здесь, на мой взгляд, является несколько негативной, вот. Ну, как мне, по крайней мере, это видится, да, как мне, по крайней мере, это кажется, вот, поэтому я бы хотел, конечно, обратить ваше внимание в первую очередь, пожалуй, именно на этот аспект. Вот. Именно на этот аспект, именно на аспект вот того, как вы выстраиваете, значит, отношения с ну, мужчинами. И на что вы нацелены при взаимодействии с ними. Вот. А если вам вот что-то не нравится, да, если вы считаете что-то для себя неприемлемым, вот, то, на мой взгляд, опять же, об этом важно говорить, вот. Об этом важно заявлять и свои интересы, ну, на мой взгляд, важно защищать. Вот. Как мне кажется. Поэтому тут вопрос скорее в том, как вы планируете дальше обращаться ну, с тем, что вот ну, что люди разные. И могут в чем-то не западать, и могут испытывать сложности, да, какие-то, вот, испытывать проблемы какие-то, испытывать нелегкие времена какие-то и так далее. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос с точки зрения, ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. А если вам сложно это делать, вот, то можно, ну, научиться, то есть, значит, ну, психолог может научить вас. Ну, вот.
защищать свои интересы, быть более уверенной в себе и, значит, определяться с тем, чего вы хотите от отношений. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вот.